еще раз, впереди зима. Зима пройдет, это все несколько месяцев. Потом наступит весна, и мыши съедят столько, сколько они съедят. Короче, на момент свирепствования мышей, а это ранняя весна, вот вы должны все, что можно, спрятать под бутылки. Вот вам яркий пример. Не спрятал, сожрали все, даже защиту сожрали. Ой, ой, а что я смеюсь? Это мое дерево. Я такие продавал по 500 рублей. Вот. А вот это минус 500. Продавал, выкапывал прямо это, с зеленевшими почками и с комом земли. Так. Это я специально фотографию сделал. На улице вроде бы минус. А так как бутылка теплая, теплая, парничок, внутри влага, значит, прививка срастается. Так. И, наверное, здесь, допустим, апрель, а под бутылкой май. Вот вам и тот самый месяц, которого в России не хватает на полное вызревание. Одна из главных причин, когда вы берете саженец, хоть южный, хоть и правда, оказывается, в вашем районе есть питомник, и он вырастил саженцы. Но пик продаж приходится на май, а в мае даже на Сибири цветут деревья. Цветут деревья, а вот саженец спящий посадили. Он когда-то на нем появятся листья, потом почки, почки начнут вызревать, вызревать, вызревать. А север России и Сибирь, это значит, не хватает весной месяца, а вы его пропустили, сажая в мае. И, ну, майские праздники, вы же помните, когда мы садим, что тут говорить. Вот, рынок забит, то, что все это надо выбрасывать, что поздно, все это погибнет. Вот. Проклинает потом продавцов, но виноваты еще и сами. Майские праздники садить деревья поздно. Зима начинается у нас где-то в ноябре. Вот. Ну, когда он вызреет? Вот, пожалуйста, сами и с бутылками. Вот тут теперь это. Отсюда и слава про мои саженцы.